До двери Алексей Валентинович Огоньков, председатель Тверской городской думы Евгений Евгеньевич Пичуев. Годовщина освобождения города Калинина, а ныне города Твери, от немецко-фашистских захватчиков является для нас очень важной датой. Это дата, которая показывает, я думаю, не только нам, жителям Тверской области, жителям города Твери, а всем жителям Российской Федерации, то, что наша российская земля обладает несгибаемым духом. И город Калинин стал первым областным центром, который был освобожден 79 лет назад от немецко-фашистских захватчиков. И важно, что это стало сигналом уже к осмыслению, я думаю, всеми и западными государствами, которые занимали самую разную позицию, осмыслению нашего русского, российского духа, людей, которые всегда защищали свою родину. И защищали ее неизменно стойко, неизменно патриотично и неизменно самоотверженно. Сегодня мы отдаем память нашим воинам, которые отдали свою жизнь, которые прошли всю Великую Отечественную войну, тем, кто дошел до Берлина, кто обеспечил освобождение России, Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. И я считаю, что для нас это очень большая честь иметь возможность возлагать цветы и показывать пример молодому поколению, чтобы они не забывали свою историю и равнялись на тех, кто нам сегодня подарил наше текущее государство, нашу независимость. И, наверное, это очень важно, что в этот день сегодня мы собрались в полном составе, все представители федеральных структур, областного центра, города Твери, наши ветераны. Мы считаем, что эта дата для нас является очень важной. И мы, я полагаю, будем из года в год не забывать. И я уверен в том, что ежегодно мы будем собираться по этому поводу и вспоминать наших героев.